Конор, я осознал, что времена, в которые мы живем, будут изучаться будущими поколениями весьма придирчиво. Вне зависимости от исхода. Поэтому я думаю, что стоит записать все, что происходит тут. Создать журнал событий переломной эпохи. История станет ярче и живее. Как думаешь? Выдастся свободная минутка, попробую. Отлично. Чем я обязан такой честью, Кэп? Вы говорили о письмах. Что в них? О, теперь вам интересно. Это письма Кида. Капитан зарыл свои сокровища и послал письма четверым друзьям.
В каждом по странному кусочку кожи. Найдешь их, найдешь и сокровища. Все очень просто. Могу я взглянуть? Ты, может, и капитан, но умом не блещешь. Готов меняться. Найдешь мне кое-какие побрякушки, получишь письмо. Я сам сокровища коплю. Побрякушки? Какие? Где? Подумай, капитан. Мало ли чего можно найти на фронтире. Нашел что-нибудь? Ха, недурно ты потрудился. На письмо уж всяко заработал. Держи, капитан. Еще есть? Давай-ка поглядим. Славные находочки! Хвалю! Заработал еще одно письмо. Что на этот раз? Поглядим, поглядим. Да это клад! Лопни, моя селезенка! За это полагается письмецо. Я вернусь за остальными. Снова ты? Принес чего-нибудь? Не подумай дурного, но мало. Принеси еще.
Увы, у меня дела, дорогая. Тогда потом. Эй! Прекрасный день. Здесь растут хорошие грибы. Чудесно выйдет. Пахнет очень вкусно. Есть охота! Интересно, что там Пруденс приготовила? Thank you.
главный цвет. Жизнь кончена.
Благодарю. Они перебрали меня, и им не понравился мой голос. А я просто с девушкой говорил. Ваш выговор мне не знаком. Откуда вы родом? С севера. Из провинции Квебек. Что привело вас в Бостон? Я рудокоп. Но работу найти тяжело. Из-за выговора люди меня совсем не слушают. Возможно, нас свела судьба. Я живу в деревне в нескольких милях отсюда. Там как раз заложили рудник. Не знаю, будет ли толк, но, может быть, вы этим заинтересуетесь? Я загляну. Если что-то путное, можно будет обсудить.
Та-да! Да?